Вот это список. Столько я точно не осилю. Да и зачем, если любую информацию за считанные минуты можно найти в интернете? Кстати, там же есть краткое содержание всех произведений. А что, неплохая идея. Сэкономлю время на просмотр роликов в ТикТоке. А что будет, если вообще не читать книг? Информацию-то мы все равно получаем. Из Википедии, например. Или просматривая видео. Не думаю, что это правильно. Видео нас информирует, не напрягая нашего ума и воображения. А вот книга заставляет их работать на полную. Это самый настоящий тренажер для ума, что-то вроде фитнеса для мозга. При чтении в нашем мозгу происходит множество глубинных процессов, образуются новые нейронные связи, развивается мышление, укрепляется память. Читать книги можно и в гаджете, бумажные, электронные, все книги хороши. Мы соединяем буквы в слова, слова в предложения, изучаем сюжеты героев, представляем обстановку и события. Новые понятия, необычные сравнения. Мы сосредоточенно анализируем текст, подключая все свои знания. А еще окунаемся в новый мир, грустим, сочувствуем, ощущаем запахи, слышим звуки. Ну прямо виртуальная реальность, только без 3D-очков. Это активизируется образное мышление, которое при просмотре видеороликов крепко спит. А без образного мышления создать нечто новое человек не способен. Книга — это мегабайты разной информации. Содержится она не только в самом сюжете, но и на страничке. Хотим мы или нет, каждую секунду чтения наша зрительная память фиксирует уйму данных. Как пишется слово, где ставится запятая или другой знак пунктуации. Это намного приятнее, чем зубрить правила. Хотя и это нам не помешает. Как результат, писать вы будете без ошибок и накопите богатый словарный запас. Сочинения, изложения и диктанты будете щелкать, как орешки. Или сами станете писателем. Книги – величайшая ценность человечества. Сквозь тысячелетия они несли накопленный опыт будущим поколениям. А что передадим потомкам мы, без развитого мышления, воображения и памяти? К чему я веду? Отложите в сторонку смартфон или планшет и почитайте что-нибудь интересное. К тому же и дата подходящая. 9 августа все поклонники литературы отмечают Всемирный день книголюбов. Обмениваются интересными книгами, делятся последними книжными новинками. Вступайте и вы в их ряды. Уверяю, не пожалеете.